Всем привет! С вами лисичка Эльза! И сегодня у нас уже сегодня будет хэллоуинское обновление. Ребята, круто! Вот, в Твиттере там разработчики нам уже выложили очень много информации. Вот, что же у нас будет, какие петы и так далее. Вот, сейчас обязательно зайду, посмотрим, все вам расскажу. А вот, ребят, перед тем, как я начну видео, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и не забывай нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видосики. Вот, а также, ребят, не забываем, заходите на мой Discord, заходите, обязательно будем трейдиться, общаться. Ребят, и по итогам конкурса будет в конце этого видео, узнаете результаты. Кто же у нас победил в этом мини-конкурсе? Ну что же, ребят, гоу, пойдемте скорее смотреть видео. Ребят, итак, вот это грандиозное видео, классное, которое уже, наверное, вы посмотрели, может быть, еще нет. Вот, ну давайте вместе его посмотрим, рассмотрим, что же у нас будет в этом обновлении. Вот, ребят, нам показывают вот эту сарайку старую. Старую сарайку с подвалом, да? Помните, мы это гадали, что там будет у нас в этом подвале? Вот, ребят, вот нам показывают этот подвал. И тадам-тадам, что же у нас там будет? Ребята, мы заходим в этот подвал. И смотрите, какие здесь у нас классные шарики, тыковки, привидения. Вот, колясочка, смотрите, какая классная. Классно все здесь. Будет, короче, у нас всякие аксессуарчики хэллоуинские, да. А также у нас будут одежда для питомцев новая. Вот, я думаю, что она лимитная будет. Видите, как выставлены. Прикольно, много столько, да. Так, вот она, эта башка каменная. Вот, пишите в комментариях, кто это изображен на этом камне. Я не знаю, кто это, как это с бородой, да, чувак. Ну, в общем, пишите в комментариях, какие ваши догадки, кто это вообще может быть. Так, и смотрите, здесь написано там шоп-магазин, да, и там клетка, клетка номер 3. Вот, да, наверное, это будет, скорее всего, магазин, и, то есть, и там питомцы будут. Ну вот, видите, написано 1, 2, 3. А вот, как бы там эти будут помещения, как клетки, да, и туда мы будем заходить. Прикольно вообще. Здорово. Так, давайте дальше смотреть. Вот, магик написано. Магическая комната, короче, ребят. У нас будет еще магическая комната, где мы будем варить зельку. Вот, помните, я тоже говорила, что зельки у нас будут новые. Вот здесь, видите, надо брать мухоморчик, папоротник и варить вот такую вот зельку. Прикольно, интересно, что она будет делать, да? Вообще классно, новая зелька, ё-моё. Я думаю, наверное, неоновым питомцем будет делать. Так, ребят, вот этот чувак, короче, безголовый. Помните, у нас в том году тоже он был? Вот он бегает и разбрасывает конфетки. Вот эти конфетки, и мы должны, короче, наверное, за ним бегать и их собирать. Вот, видите, привидения? А вот эти привидения, скорее всего, нам будут мешать. Это как бы квест такой будет. Вот, ну, как бы я думаю, что так это будет. Но конфетки по-любому мы будем собирать, потому что за них мы будем брать, скорее всего, вот этих петов. Смотрите, ну, этот док скелетный, да, я уже вам показывала его. Ребят, вот новый питомец, это скорпион. Смотрите, какой он здоровский, да? Короче, паучка у нас не будет, оказывается, а будет вот этот скорпиончик. Вот. Давайте дальше смотреть. Что еще нам здесь? Вот написано, что шоп-магазин, да? Ну, магазин, скорее всего, наверное, будет вот этих аксессуарчиков. Также, ребят, у нас будут боксики, кэтбокс за 600 конфеток. Вот, в этих боксиках у нас будут мумии кошки. Вот, и здесь написано, да, что черная кошка у нас будет камоновская, белая ультрарарная, а голубенькая кошечка у нас будет легендарочка. Прикольно, да? Я, конечно, хочу их всех, но обязательно, конечно же, голубую кошечку. Вот, буду выбивать, ребят. Пишите в комментариях, будете ли вы выбивать кошечку голубую.
Так, и смотрим дальше. Ну и дальше у нас вот этот дракон, призрак-дракон Заро Баксен. Вот. Ну, игроки уже тут дали ему прозвище, глиста, говорит, какая-то. Не знаю я. Вот, стоит он 1250 робоксов. О май гад, да, ребята, это, мне кажется, очень-очень много за такого пета, как бы невзрачного. Ну ладно, у нас все равно робоксов нету. Так, Эвил собачка злая у нас будет, Гост дракон, ребят, за робоксы у нас будет, Скеледок. Вот этот классный тоже, я его очень-очень хочу. Он такой необычный, капец. А так, скорпиончик. Вот, скорпиончик тоже классный питомец, да? Ну, ребят, жалко, конечно, что не будет паучка. Блин, я так хотела паучка. Я почему-то думала, что у нас будут в этих коробочках паучки. Вот, ну, к сожалению, нет, паучков нам не сделали. Ну и ладно. Короче, будем радоваться. Сегодня Хэллоуин, ребят. Хэллоуинское обновление. Обязательно все заходим. А вот... А в игру не забываем. Надеюсь, все у нас получится. Мы зайдем без всяких там косяков. Вот, чтоб у нас интернет все ловило. Короче, чтоб все было круто. Итак, ребят. А теперь давайте подведем итоги конкурса. Кто же у нас все-таки выиграл? Итак, ребят, давайте посмотрим. Ставлю ссылочку на мое видео. И генерируем. Итак, ребятки, победитель у нас утка кря. Утка кря. Все, просьба связаться со мной, добавлю в друзья и отдам приз. Приз у меня будет Райта, австралийский КЛП, ребят. Вот, так что жду победителя, чтобы он связался со мной. Ребята, ну вот такие вот у меня были новости классные. Вот. Все ждем, конечно же, хэллоуинского обновления сегодня. А вот еще хочу сказать, что, скорее всего, может быть, я запущу стрим, чтобы с вами встретиться, вместе поиграть вот на этом хэллоуинском обновлении. Очень-очень хочу, конечно же. Вот, у меня еще ни раз не было стрима. Вот. Но если у меня получится, если у меня будет интернет хороший, то обязательно с вами встретимся, ребят. Вот, ну в Дискорде я также напишу вам обязательно. Так что заходите в мой Дискорд, ребята, все-все заходим дружненько в мой Дискорд. Все, ребят, всем хорошего настроения хэллоуинского и всем пока!